Ладно, скоро будет винстрик. Что там у нас такого в чатике еще интересного было? Привет, ежик. Все отлично с музыкой. Добрый день, Михаил. Приветствую, Шмель. В принципе, больше ничего такого я и не проскипал, да? Ты подстрел пул забыл, да? Что у нас здесь есть? Ассасины? Причем очень сильные ассасины, да? И при этом два сларка, вроде и два меха, блять. А как вас всех выкупить? Мне хватает денег? Так, давайте подумаем. Вот это если я продаю, то все равно не хватает, да? Блять, придется одного сларка, что ли, выкупать только? Лучше же это не буду. Или буду? Типа лог, который я потрачу, я отобью на мехах. Вроде как сларк это интересно, да. Но при этом я тогда еще засейвлю БХ под сино. Вообще, наверное, выгодно локать, несмотря ни на что. Ладно, это тяжеленькое решенец. Но я думаю, все равно выгодно получается. Что если этот сларк закроется? А у меня будет сейчас два ролла на то, чтобы его закрыть, да. Нет, я же сказал игре, что ассасины в этом лобби сильные, и как бы за всю боль, если бы мне закрылся Сларк 2, было бы неплохо. Главное не увидеть уже три сина, два парня. Да сейчас три, типа сейчас сины играют и вдвоем спокойно. Ну, намного проще, чем играть, например, в мип. Ну, с той лишь разницей, что ты, если не найдешь Weapon Smith, будучи вторым сином и первый найдет, ты как бы откиснешь где-то за первая половина. Но во всех остальных сценариях ты типа будешь в порядке. А, два ролла на Сларка. Выглядит как план. Бах. Бля, если бы с первого закрылся, я бы, конечно, охуел. Ну почти. Вообще, я думаю, даже левелапнуть, если честно. Думаю, левелапнуть, потому что если я вдруг кого-то смогу победить, а тут вроде есть человек, которых я могу победить, да? Ну, кроме там вот этих мутантов. Почему именно без стаба продам? Почему без стаба? Потому что хочу все это выкупить. Ну еще Фурионов. Блять, ну с единственный человек, которого я не бью, гарантированно пришел. Да что ж... Что ж с этой игрой, блять? Вы могли бы не усиляться никто? Вот как стоите на дерьме, блять, так и протащите это дерьмо. Ладно, вот этому я еще проигрывал. Два чела, которые меня точно бьют, на самом деле, блять. То, что я убил у него фигуру, уже хорошо, да? Ладно, если стенкер закроется, я буду очень хорошо стоять. То есть очень хороший шанс будет полутать фрирол, да? Бах! Сука, еще один звонок, да? Ясно, понятно. Один загрейдился, но больше вроде никто не грейдится. Это я бью. Теперь не бью, не бью. Не бью, сука, БХ не заметил, что прогрейдился, у него не было вроде. Ладно, ну я просто понадеюсь, что повезет. Не боялся, что придет этот чел, думал, кого лучше поставить под антимага, но не придумал. Ну, здесь самый плохой, наверное, сценарий, да.
Так, ну, по ощущениям игру можно заканчивать, да? По ощущениям сам игру можно заканчивать. Кавай должен был сюда подставить. Ладно, может быть, нельзя еще пока что заканчивать. А, но я все равно хочу свой ролл получить, да, я все равно хочу свой ролл получить. Хотя... На глазочек тут нет чела, да, с которых, ну, то есть один-единственный чувак. На него шансы довольно-таки маленькие. Может быть, синов надо было даже поставить. С Ларку, да. Так, ну этого с синами я бы пробил, без синов, скорее всего, нет, да. Хотя, может, тебе синов, кстати, пробью. Не так сойдет. Не поверил в свои фигурки. Блин, такие сильные столы у всех 1-2, да. Забавно. А этот чувак 3-0, кстати. И этот чувак 3-0. Ну, несправедливо, я считаю. Надо их отпиздить в следующем раунде. И тогда будет справедливо. Я точно вылапаю, вопрос в том, ставить ли сейчас синов или мехов. Какие вот цены у меня на этого чела? 20% на него, даже 25, да, и... Вот это я тоже, наверное, бью и так. Это я не бью никак. Это тоже я бью и так, скорее всего, да. Ну это должен. Это вроде должен бить. Хотя собака зарядится, конечно, под СМ-кой плохо. А, не бью все-таки, да? Ну не бью и не бью. Или бью. Ну бью, но без меха, да. Жалко. Блять, он вейда, кстати, может пойти с таким столом, это было бы... У него просто 4 юнита под вейда. Надеюсь, он об этом не знает. Да, он об этом не думает. Он об этом не думает и собирает мага, это хорошо, типа, для меня, да. Ну, после победы я вроде как должен сынов ставить в любом случае. Ну, не повезло. Не прочитал, когда он придет. Чел стрикер придет от мехов, но вот лучше прочитала, я не поверил. Ну, вот слишком важно было сейчас победить. Почему именно эти юниты подают? Да, потому что они сами по себе сильные. Не обязательно именно эти, но без мастера одна из самых сильных двоек. Тимбер тоже. Тоник еще и контроля кучу дает. Здесь какая-то компенсация магического ДПСа и реализация магических шмоток, если они у тебя будут. Так, если я нажму один ролл, и мне придет Клокверк, да? Ну, вроде как звучит как план. Ладно, еще один ролл. Бля, хороший ролл, но... Что теперь с ним делать-то, с таким роллом? Кого-то отдавать же придется. Мехов-то отдавать не хочется, да? Синов тоже, потому что 6 синов близко. Ладно, главное тут победить, дальше подумаем. Могу отдать дубликаты, потому что они только на 10-м будут стоять. Плюс инчу, да, если побеждаю. Ну, осталось победить, да. Да, я уже не буду стоять на мехов, я 6 синов после крипов поставлю, когда у меня есть сколько, 4 или 5? 4, да. Да, я думаю, не ошибка сделать так.
Блять, вот это да, вот это не прочитано, вот это мы не прочитали, конечно. Ой, да, почему чатик никто не сказал, что я зашел к самому слабому из инстрикеров, сука, самому слабому. Ну ладно, чё. Кайс не видел, я не видел. Ну вот, как бы я тоже не видел, но надо было видеть чат. Тут как бы недоигранное, я считаю. Не только мной. Расскажи про Войда, как он работает. Если ты не закрываешь больше никакие синергии, то на тебя, на всех твоих юнитах работает баф Faceless, который дает тебе возможность игнорить все дебафы. И, по-моему, сколько там сейчас? 10 или 8% шанс забашить. Storm Shield. Weaponsmith, пожалуйста. Но мы пытались. Она вас не будет, мы вроде как решили, да? Или че, или на один раунд поставим, вдруг кого-нибудь еще выиграем, да? Ну, в любом случае, фэмили, да, то есть без вариантов. Что, когда мне если придет сильный чел по шляпку, да? Ну, это не сильный вроде, но... Ладно, с Ларку отдам тогда. Что он там... Получил пиздов на старте. Ай-яй-яй, ты что делаешь? Ладно, никому не отдам. Передумал. Я еще добрые предки сделал. Я просто больше считаю, начал читать игру, и больше начал читать игру хорош. Доминирую этого парня, нашел экстрасенса, да. Я слишком много троек четверки, не хочу их покупать, чтобы блочить твой, да. А вот и Войд, да. В принципе, я могу дальше не ролить. Ставить как-нибудь вообще вот так. Не спрашивайте, почему именно эти ребята. Потому что почему бы нет, да? Ладно, я тебя продам, если сейчас кастишь под того же Вайда, может быть, он там справится, да? Может быть, он там засолит и разъебет эту собаку и не даст... Ну да, засолил, проверяйте. А, он же вместе два купола ставит. Бля, я что-то тупанул, я забыл вот про этот момент, кстати. Я просто забыл про него, что он вместе два купола ставит. Минус 3 получается. Ну ладно, чё. Ну, слишком сильные эти два чела, я с ними не дерусь, потому что я пока что без шмоток. Два собака с амонингом нас просто переиграла тактически. Да, вообще ролить уже смысла нет, да, после сбитого стрика. Мне вроде как хочется, если надо, но... Ну какой смысл, нас уже отпиздили. Бля, не хватает, да, одной голды? Вообще, баха не обязательно собирать, да. Если у нас 4 баратрума, баратрум мне больше, чем баха нравится. Поэтому, в принципе, давайте так. Эта форма подойдет.
Одного стена не хватило, да, нам? Блять, самый сильный пришел, да? Кстати, он единственный, кто без стрика, он единственный, кто заулынил. Вот с этого, кстати, я бы сбил, наверное, да. Ладно, давай хотя бы без собаки, да. Спасибо, что без собаки. В любом случае, сейчас надо 100 стена найти, несмотря на то, что 15-й, да. Баха зачем-то начал собираться, а мне вот максимально не хочется его собирать. 6-го стена нашли даже на выбор, да. Ну, 6 баратрумов, ПХ даже рядом не стоял, да. Спасибо за фоллоу. Так, вряд ли будет, но пока что выкуплю, да. Пожалуйста, блядь. Кто продался? Надо было Сэмку продать, да? Кого я проебал? А, Сэм Кинга одного, да хуй с ним. Не страшно, да? Ну, разве что хп бы чуть-чуть сэкономил, я тут получше подрался, да? Плохо, конечно, будет, когда у тебя не все юниты в Т2. Надо собрать Т2 Вайпера, Т2 Сэндкинга, и будет проще, да. Нахуй, БХ даже не буду выкупать больше. Ну все, Т2 Вайпер, Т2 Сэндкинг, дальше проще. Юниты лишние снижаются, продаются по уровню фигуры. Нет, не по уровню фигуры, по... То есть, неапнутые фигуры всегда продаются овер-апнутых. Но при этом, если у тебя здесь будет, например, четверка, там, лундруид какой-то, он все равно продастся овер БХ. Потому что БХ Т2, а луник Т1. Так, 18 раунд. Вообще, надо было немного породить, все равно, да. Я сильно-то уже не успел породить, так что... принципе, не так важно. Какой шмот подал на...
Потиру, короче. Ну, типа того, да. Ну, то есть, если при этом у тебя будут все фигуры Т2 на столе, то у тебя продастся рандомная фигура, опять же, независимо от... Не, вообще независимо ни от чего, ни от того, там, в каком ты порядке ставил их на стол, их левела, внутреннего левела и так далее. По внутреннему уровню, Лоник, нет, ты не прав. Не по внутреннему уровню. Блять, ни одного дубликата, вы что, серьезно? Так, я ничего не собрал же. Ничего не собрал нормально. Не, я что-то плохо обуздал, мне на самом деле руки супер замерзшие, я даже с трудом кнопочки нажимаю. Да я что-то как-то это... Какое-то настроение все тяжелое, не пойму даже почему. Вроде неплохая игра по сравнению с двумя предыдущими, но как-то впадло играть так на... Ну типа играю, но чуть как будто через силушку и... Не знаю, будет ли еще катка. Ой, красиво, но не особо в кино. Но учитывая, что сейчас я выкупил 4 ролла, блядь, целиком, прежде чем пришли дубликаты, выглядело вообще ужасно. А да, мне что-то было впадло выкупать. Ладно, я тут даже продам. Есть, так сказать, время. Надо было сейчас побольше побудет, потому что я какой-то такой напряженный. Поэтому просто лень, походу. Не самый лучший там. Ладно, главное, чтобы Weapon Smith дала все остальное, не так важно, да? Сука. Не, Владмиром начну хилить хп, только если у меня фул тройки, да, будут. В любом другом случае нет. Ну, запас по хп позволяет мне пока что не открывать эти сундуки, но... Ладно, сейчас подумаем. В принципе, 2 off white, one off братрум, да, то есть... Не так все плохо. Да, но роллы прохладненькие, однако. И дальше надо найти прямо сейчас. Нормально будет. Ну, не нашли, ладно. И довольно-таки близко грейды обидно, да? Чуть-чуть, самую малость. Чей это? Ну пока тебе дам, потому что продашься. Сколько я хилю? ХП 0. Придется Шрауд, видимо, брать. Шрауд может задоджить, как мы видели в прошлой игре, больше, чем... Так, Баратрум зашел все-таки в купол, да. А че я не пикнула прямо сейчас? Потому что дурак? Ну ладно. В принципе, аргумент, да. Что-то задумался немножко. Пинг большой для супер абуза? Да нет, на самом деле пинг достаточный. Ну, типа, прям для супер, да, но намного лучше можно будет. Я вчера определенно намного лучше кнопки нажимал, чем сегодня. Блять, ну очень хочу вейда прямо сейчас закрыть. Ну, пожалуйста. Блять, всего-то попросить надо было, да?
Вообще, учитывая, что здесь маг какой-то просто нереально ёбнутый, возможно, надо было играть через Сларка и закрывать наг, овер вот этого с... Ну, в смысле, овер Баратрума плюс Шейкера, да? Откуда еще проказ залетел? Что у Рубика было? Вайпер Страйк? Там вроде этот котел уже скастил, и Войт этот мерз, и потом он встал еще АФК, я что-то просмотрел, что там было. Ну ладно. Это единственный сильный маг, да. Больше магов не будет. В принципе, ладно. Кого из них я прибью, если проиграю сейчас? Непонятно. Возможно, надо все-таки шмотки открывать, я не знаю. 23-й раунд, 56 хп нас начали пробивать. Здесь может Гримсон закрыться, что очень поможет, да. Гримсон близко. Одного колечка не хватает. Я скипну тогда плащ в пользу Гримсона. Но не пришло колечко. Плохо. Я так плохо с варом дерусь, жесть. Прям что-то совсем плохо, да. Ну, надо шраут уже, да, начинать расчехлять. Ну, то, что он не хочет пока работать. Ну, понятно, что мы сейчас стоим без Акира, потому что у нас Войт еще мало ДПС делает. Тут 2000 ДПС, а еще будет мейлом, если его вычесть, там, ну, прям совсем мало получится. За двумя тройками, как бы, маловато. Наверное, продам сейчас того парня. В любом случае, здесь хочу Акира. Раз уж маг ко мне не придет, еще 26-й. И 27-й тоже. Не знаю, кому этот энерджи отдавать, если честно. Ну, сколько у меня санкингов? Мипаря нет, но есть обычный Акир, да. Теория санкингов, где еще раз этот Акир? Санкингов только ты... Ну, то есть санкинга я, скорее всего, соберу, да? То есть, в принципе, можно ему энерджи отдать, да? Да, Джевелина у меня ни одного нет. Ой, очень хочется, чтобы все Шрауд, конечно, еще раз нас подкэрил, да? Шраудик по-братски, блядь. Я видел, ты можешь по 4 подряд, блядь. Ну, реально такое было, как бы не вру. Опа, хорошо. Уговорили, Шраудик. Может, еще разок уговорить. Получится. Блин, на самом деле, стадия топ-1 по хп, но чувствуем себя очень неуверенно, да. Прям безумно неуверенно. Не достали ванов Кримсон за два сундука. Или даже за два, или за три, да, за два, по-моему, да. Ладно, ну санкинг этим роллом только что заслужил себе энерджи, я считаю, да. Он прям взял и заслужил. Уже так хп 15-2 засейвили. Около того, да. Ну, за Вара там хп 8 было, и за эльфа тут около... Ну, около 20-ки, думаю, может даже чуть больше 20. Ноль предметов, спасибо. Ну, я даже Кримсону буду рад, потому что... Ну, Джейвелин тогда, да. Раз не дали. Опять шашки, где Майнкрафт? Здорово, не говори, здорово. Слушай, ну на доту ты меня вчера почти забайтил. Вроде это ты, да, был? Ладно, я в любом случае лапаю сейчас. Ждать я не могу. Войдик, по-братски. Очень надо.
Кыс-кыс-кыс-кыс-кыс. Ну, плиз. Ну, войдик. Бля, уже не смешно как-то, да? Мне ставить банально нечего. Пиздец. Как-то неловко вышло, ну ладно. Неловко вышло. Здесь ни экспанга у меня не кастят. Ну, Войс старается, да? У тебя еще Блэдмейл, нет, Блэдмейлка, да. Чтобы в доту... Ты пожалеешь о своих словах, Има, как только мы окажемся в доте. Поэтому... Бойся своих желаний, как говорится. Есть предмет, да, был какой-то предмет, это правда. Митрил, да, по-моему, мы подняли. Да-да-да. Как у Кира дела? У него два яблока, причем под мультикастом. Без Зевса в пуле. И два Кира с Атрилоника. У Кира вообще все прекрасное, по ощущениям, да. Блять, вот он пришел, мне показывает, доказывает, что у него все охуенно. Еще и Войт очень плохо поставил купол. Ай-яй-яй-яй, как больно. Шрауд, блядь, пожалуйста. Сейчас или никогда? Нет, лучше, блядь, и сейчас, и всегда, и каждый раунд, блядь. А то глупость какую-то стример сказал. Сука. Ну ладно. Уговаривал как мог. Плохо, что Вайда не нашел ни одного. Вроде как и Войт мы соло, и... 30 голды было на этого блядского Вейда. Чего вот он не приходит? Блядь, мог бы и прийти, да? Шейкер даже лучше, чем Акир Свайпер, думаю. Обидно. Пассивный шрауд. Ну ладно, один раз же прокнул, а даже два раза прокнул. Ну, конечно, сейчас бы покрыли оба те. Сейчас было все-таки важнее. Насколько сильный для 9 эльф? Не особо, да. Ну, ванофов много. Но думаю, это Кирому ебать что сломает, да? Блять, у 9 эльфа главное Weapon Smith, когда он ему не нужен. А у нас нету, когда мы без него жить не можем, да? Сломает ебать что или нет он? Да вроде как да. Блять, а он, кстати, случаем за раз не может убить? Нет, там никсы пропадут, там никсы пропадут. А, он его вообще дефает, что? Ты один ВР-ка засолила? Она еще такую кучу ДПС на глазочек нанесла, я же офигел. Там Панга, наверное, еще постарался. Блин, я думал, он его не пробьет. Жалко. Так, у нас Хантер. Ой, кстати, вот если Кирк Хантер зайдет, будет весело, да? А, все-таки пробил на одном Никсе. Но тут совсем мало. Интересно, он потерял? Кто видел, сколько у него джеликов было? Он справился с управлением или нет, как думаете? Ведь мы без поверили. Да, там Вайпер так долго умирал, что давал мне доколдовать, но не доколдовал. Доброе утро, привет, Тайм. Привет, Вареник. Легенда. Привет, привет. Ну да, посадить его на цепочку и грешать для ворды. Да. Мы видели твое что-то на свене. Ты тот еще и башер. Я не знаю, что там на свене. Так, у нас есть Джевелин, и он вроде как... Ну, кстати, нет, он меня все равно бьет, да, я думаю. Хотя... Если бы Шейкер плохо скайстил, но я не понял, насколько плохо он скайстил, если честно. Ну, Панга красиво делает. Панга просто гений. Панга просто гений. Войт хилься, пожалуйста. Ну, критулю, критулю, критулю. Ну ты шо, критуй, брат! Сука, не хочет критовать. Блять, еще и Рубика сделаем или не сделаем? Нет, не сделаем.
А, так это easy dev. Easy dev показал. Ну, почти easy dev, знаете такое понятие? Он на шрауд прокнул или нет? Я что-то не обратил внимания сейчас. Кто видел? Я не помню, сколько КП было. Нет, опять нет. Ну, плохо. Плохо. Будет диффуз, я, наверное, хочу видеть его в войде, да. Ну, либо даже в Сен-Кинге, ну, короче. Ставщик я в любом случае пока что вытащу, да. Да господи, я на этом стрим видел один раз, что он срыгнул. Красивое приветствие, да, меня даже засмущало немного. Вареник. Да. На next игре прокнет. Ну хорошо, если так, это еще не самый плохой вариант в теории. Это точно не самый плохой вариант. Вайда монополить мы не можем. Манго брать тоже, да? Нет, если двух вайдов найду, надо еще одного. Надо еще одного, и тогда можно монополить. Ну, плиз, да, еще одного. Ну, по-братски. Ну, все равно придется монополить, да. Ракетик, да? Так, это у тебя апнутые молнии, но не в этот раз, да? Не на этот раунд определенно. Так, а это вообще кто? Кто ты такой, блядь? Почему у тебя Void? Почему у тебя Void с варлоками? Это шести варлок с ассасинами, где он решил закрыть синов войдом или что? Нихуя не понимаю, шести варлок. А, это шаманы были два? Чё было, блядь? У него уже нет шаманов. А, это Ченрис новый, да, я понял. Не, ну это было сложно, на самом деле, я не мог понять, реально не мог. Наверное, Шейкер уже в оверрейте должен, овервайпера, да. Спасибо за фоллоу. Ну, кстати, бьют в тотем хантера, это круто, да? Так, а откуда второй купол? Ты один войд поставил против хантера, потому что они били в тотем? Нифига прикольно, не думал, что так может произойти. Забавно, да? Ты один войд скайсил против хантера с этой шмоткой. Вау, жестко. А если задизармить Сен-Кинга на 35-м, то у нас есть Шива. Помимо всего прочего. Не знаю, правда, насколько она мне нужна. Так, сюда можно запихать только вот так, да? Пихать или нет? Не знаю. Так, ну родить мне только эти четверки надо, денег у меня на них не хватает. Энерджи дополнительный в кого? Шейкер в этой скайсе, давайте дадим сюда. Ладно, я пока сделаю вот так. Потом задизармим Сент-Кинга, да? Блять, самый сильный пришел. А, 26 хп с 3 бруткой можно и пробить, да, в теории? Но не хотелось бы, конечно. Не хотелось бы. Брутку заковыряли, заковыряли дальше. Дальше проще, по идее, но застанялись об Никса, да? А ладно, топ-4 нам продвезли уже. Блять, еще одна тут ребрутка, ты с ума сошел? Охуел, чел? Тут близко к 26. Так, я там выбил яблоко. Опа, галера 2, нифига.
Жестко. Пять мясов подряд у Вайда, это еще с Джевелином, если что. Плохо, что здесь еще одно яблоко и Шраут. Кстати, Ханта почему? Как Хан до сих пор жив в таком лобби? Его же все бьют. Офигеть, кого он дефнул, интересно, в прошлом раунде. По идее, его должны бить тупо все. Так, ну здесь у меня есть шанс дефнуться, да? Причем довольно-таки неплохой. Да, и впустите к Хантеру на следующий раунд Акира, пожалуйста. А, он меня пробивать начал, нифига себе. Неожиданно. Но Акир-то его все равно убьет же. Здесь надо, чтобы яблоко сейчас ушло, чтобы он на след... Не, не уйдет, да, не хватит немножко. Да, не хватит. Блять, все резко такими сильными стали. Ну, я бы, кстати, выбил здесь яблоко. Вот какие мясы у нас фрокают и жрают, нет? Неплохо, неплохо. Неплохо. Так у меня манты вроде нет. У меня же нету... Нет, манты у меня нету, что... No manta. I haven't... One more with stone. У меня есть только... Да, из всего, что я могу собрать только Шиву. Снайпер с даггером и манта летучий голландец, да. Был ли мультикаст на 10-м? Я, кстати, не помню, если честно. Кто помнит, был ли мультикаст на 10-м? Нет, теперь непонятно, кого дизармить. Муншар тоже классно, но... Ну и Шива неплохо, да. Да, я Муншар слишком хорошо. Блять, а как он стрелу поймал, брат? Как ты поймал эту стрелу? Как ты, блядь, умудрился? Что с тобой не так? Зачем? Опа, Акир к нему зашел все-таки. Ладно, это хорошо. Этого я даже в такой форме без итемов пробиваю. Смешно, конечно. Минус два яблока у ребят. Здесь же тоже? Да, здесь тоже обои кушали яблоки. Сейчас, если бы Войт не поймал стрелу, был бы шанс